Во всех парках Ленинского городского округа до 15 мая пройдет обработка от клещей. Средства безвредны для человека, но могут быть опасны для животных, поэтому рекомендуется воздержаться от посещения парков с питомцами в дни обработки. Центральный, Расторгуевский, Тимоховский, Опаренки, Видновский лесопарк. Общая площадь работ около 50 гектаров. Обрабатываться будут деревья, кустарники, поляны и заборы. Предупреждения для посетителей будут размещены на входах в парки и в социальных сетях.